Ну, игра складывалась так, что нелепый гол мы пропустили в наши ворота, и это поменяло развой игры. Мы начали нервничать, торопиться в последний пас. Как видите, первый тайм не особо получался, наша игра особо опять в чужую половину. Очень много потерь. Я могу сказать, что так проспали первый тайм, можно быть, свои эмоции не справились. Слишком хотели показать самую лучшую нашу сторону. Предболельщики, первая наша игра. К сожалению, не получилось. Но второй тайм могу сказать, что кроме этого контратак, который гол не забили, больше ситуаций при тихого ворота были, при ворота Урала. Так успели поднять себе голову после 0-2. И слишком хорошие атаки были, но, к сожалению, не сравнили счет. Какая атмосфера сейчас царит в команде? Все-таки не самый удачный старт, наверное. Ну, к сожалению, не самый удачный старт, но чемпионат не заканчивается после 8 туров. Я проходил через такие моменты, поэтому сейчас самое важное, что были вместе, верили в себя, в свои силы, держались. Поэтому я не сомневаюсь, что выйдем вот эту ситуацию. Петр, почему именно так скромно, может, даже скованно, как-то вышли на поле, первый дебютный матч, болельщики, наверное, что-то больше ожидали? Ну, как я сказал, первые 5-10 минут были хорошие, так пытались организовать хорошие атаки. Это гол, так немножко, как вы и говорите. К сожалению, поменял события. Ну, будем делать выводы. Себя. Надо справляться со своими эмоциями, надо выиграть. Скажите, воодушевило, когда весь 12 тысяч кричали «Петр занят, Петр занят»? Ну, я даже не услышал, знаете, под эмоции бил, хотел, что мы сравняли счет. Ну, конечно, приятно, приятно. Но тем более приятно, когда выиграешь. Гол не играет особо, когда проиграешь. Hyundai.